901, у меня вещь в пределе, он почти. Все, видишь, я тоже белый. Не из сильверов, я вышел из серых. Угу. Ну, я запись делаю в банке. О, температура у нас как раз под это. Сразу можно обкатать. Главное, чтобы приколов. Попробуй на полный бак сейчас на свободный заезд. На полный? Да. О, 115 литров в Мэрине, 115 литров. Можешь сразу вернуться в бокс и просто туда заправить полный бак и поехать. Да, сейчас попробую. 333. Просто бывает, машину несет, когда ты полный бак заправляешь очень сильно. Ну, там резкие какие-то повороты и так далее. Это вообще... И температуры там по-другому на колеса. Все это можно сейчас ему прикинуть, да? Трек зеленый совсем. Прям улица. Стабильно вроде. Ай, блядь, точку торможения пропустил. Не, у меня что-то точки торможения немножко другие. Не, у меня плюс-минус одинаково. Но вот только после прямой приходится маленько это. Надо будет пораньше тормозить, потому что сносит. И помещаюсь тогда в поворот. Угу. Ну, Порш помешал мне. Ой, меня в разворот ушло. Да, надо поаккуратнее маленько ехать. Ну, это не факт, знаешь, мы когда компетишн будем ехать, ну, они могут пробиваться вперед, а потом ехать медленно спереди. Ну, вот в моем случае прямо с этого очень на прямой, на первой будет большая потеря в скорости. Скорее всего. Блять, зафейлил выход напрямую сейчас. Не смогу нормально протестить. Хотя, в принципе, максималка только под конец достигнется же. Yellow flag, be careful.
стоять. Да ладно. Ну я там температура чуть прохладнее стала. Я понял, что чуть-чуть колеса перегреваются. Ну сейчас, 15 минут. Не успеем. А сейчас это квалификация. Ну, сейчас пару кругов-то проехать это по давлению выставить. Твою мать, я на второй не долистал эту передачу. Лоханулся. Думаю, чё я не поместился так сильно в поворот. Твою мать! Мама, я в дрифте. Твою ж мать, сука, да что это такое-то, блядь?
Ну, я буду час еще играть. Час 10 даже. Скорее всего. Суп с картошкой. Ёб твою. Больше мне как-то торможать. Какая позиция? Я еще не поставил, блин, я вылетел, я сейчас на прогревочной. Угу. Я пока на втором, но ненадолго, не очень там время. 58 трек. Твою мать. Апекс пропустил. Короче, я, наверное, 2 минуты привезу сейчас, если пройду. Ну, если довезу ровно. Чё там, сколько этих? Первая десятка, сколько едут? 10-й едет за 50... За 2 минуты... 3 десятка. Первый за 55 и 4. Не, ну я туда даже и не мечу. Угу. Ну еще 20 человек не финишировали. Ни разу не приехали. Девять привез. Восьмой. Ну есть еще, если есть топливо. Я еду.
Твою мать, опять зафейлил выход напрямую. Поднесло маленько, жопу себе подорвало. Если подносит, можешь либо мягче жопу сделать, либо... либо... антикрыла ТС, добавить? ТС поставить. Не, как правило, если ты на маленькой скорости... Нет, трекшн у меня... трекшн третий, нормально. Как у меня этот фотлатовский сетап поведет вообще. Я вот почти секунду с себя сейчас снял. Главное довести. Блядь! А, нет, довез 58. Но я все равно на восьмом. Там уже, видать, 57 идут. У тебя топливо есть еще? Все, нет. Так, надо по резине подкидать. 7-2. Я даже не знаю, с какой, на какую позицию упаду после первого круга. 55 первый год. Какого, что они делают на четвертом сервере? Вон, чувак на Aston Martin серебро, а едет, да и 55 тоже. Блин, мне топлива не хватит. На круг. Прикали одной единички. Ну, одной десятки. Блин, это вообще фиаско. И докатишься там. Борьба будет как минимум. Все-таки это для стабильности заднего антикрыла добавлю на единичку. Ну, прижима дам ей жопу побольше. Чуть скорости потеряю, зато стабильность потеряю. Ой, блин, это по этому сетапу оно на двойку. Что я здесь так крутил? Делаю на тройку. Потому что бак полный, надо прижима, да, побольше? Ну, может быть. Я занизил машину, у меня тоже стало более... У меня подвеска на минимум задняя, все. Заднее антикрыло на двойке. А я нет, я имею в виду, как ее там, высоту именно. Знаешь, где высота настраивает? Ну, это последняя вкладка. Да, да, да. Я на минимум поставил, и чуть-чуть, чтобы поворачиваемость была задницу, на 1 мм приподнял. Вот, у меня задница-то опущена. Ну, вот поэтому по Лёхину сетапу Лёхи Рейсер. Ну, там-то хоть лаповские там... той бак и прочее добавить. Ха-ха-ха.
топливо кончилось. Обида. Session is now over. Я на 10-е место хотел. Блять, в середине. Просто... Лучше бы я не хвалился. Смотри, парши все даже за мной. После меня только парши все. Да-да, там на парши есть сетап тоже, видимо, с нета скачали. Я просто пробовал это на парши с сетапом на такси. Я не знаю, что по колесам делать. В плане? Ну, когда на полный бак ехал, у меня прям перегрев был. Воздух может открыть. Я просто не понимаю, сейчас 6 пм, но будет холодать. По-любому. Не знаю, может просто снять по одной единичке с колеса. Да, как вариант. Пускай, я думаю, пускай будет чуть прохладнее. Я 11. Угу. Я так третий остался. Никто не догнал. Но зато вплотную два человека. У вас времена, извините меня. 55, 56, 57. Да сейчас кто-нибудь снова врежется и будешь всю, блин, всю дорогу ехать за волосы этим тяготем. Это вообще вчерашний день. Вспоминаю. На 5 секунд в Порше въехали, все, секунду с круга начал терять. Причем, ну, как бы и не сказать, что кто-то там, ну, то есть, скорее всего, скорее это было по моему, ну, по моей вине, то есть, я сам дурак. Ну, я, точнее, засмотрелся на него и на тормоз нажал раньше точки. Ну, что-то там запаниковал, да? Так, я добавлю все-таки антикрыло назад. Максимум. По одной сниму, больше не буду снимать. А сколько здесь? 300... Что там? 353 было, да? Или 360? Резину и топливо смени. Да, еще пит можно засейвить. Точно. Так, что у меня тут? 5,5. 1,56. Стинт 60. 61. 5. О, у меня 118 литров, 120 полный, о, у меня 115, я даже столько заправить не могу, сколько надо. По 3,33. Он мне пишет топливо на круг 3,33. У меня хватает. На... Даже останется топливо лишнего. Мне кажется, хватит 10 литров. Я полный заправил. А ты смотрел, сколько у тебя, ну, в питах?
во время гонки? Ну, в смысле, во время квалификации не смотрел, сколько у тебя показов? Не, я не посмотрел, я забыл. Там же надо менять, ну, смотреть. Эти данные, они, походу, там... У тебя сколько сейчас нарисовано? 3,45. 3,45. А бак у тебя 310, ой, 110. 110, да. Угу. Еще прогревочный даже. Ну, вообще же прогревочный. Ну, что ты скажешь, не пуха. Давай. Температура не упала. На 34 топливо. Ну, все правильно. 30. У меня на 31 круг. Ну, у меня здесь какие-то показания, 1.33, непонятно. Stay in single file. Сегодня с 94 было, уже 96. Если хорошо гонку проехать, вообще 99. Ну. Штяг же. Не, к тому, что прыгает так сильно. Какой-нибудь замес попал, все сразу. Ну да. Куда-то Астон в бок ехал. Врезал в стенку? Да вроде нет. Просто в бок вылетел с трассы, короче. Да, да, не надо, чтобы это успели. То будет слишком жарко. Чувак, блядь, ты ехать будешь? Он отстал, короче. О, ДТ. Это как так? Как так, ДТ? А, восьмой вылетел. Пинтик. Пионетик. Или как? Пионтик. Блин, не хочу на второй карте ехать. Хотя там, на самом деле, потери небольшие. Не хочу этим заниматься, переключать. Здесь, в принципе, длинные прямые там. Че у тебя вторая карта? Да я про топливо думаю, что если вдруг топлива не хватит. У меня он что-то писал, когда я там смотрел 1.53, а я последний раз не успел посмотреть, я не успел в питы выйти, я только финишировал меня. Я еще думал, может остановиться перед финишем, пофиг. Думаю, не, надо заехать, чтобы зарегистрироваться. Зачем эта регистрация, не знаю. Ну, в общем, доехал до финиша, и меня... И сессию слопнул. Прям вот, прям после пересечения линии, прям за доли секунды.
Да, ну сейчас, сейчас надо, чтобы кто-нибудь врезался, конечно. Тьфу-тьфу-тьфу. И все, и спокойно этот ехать там где-нибудь десятки. И приехать к финишу пятым. Не, ну у тебя-то все эти есть. Что? На подиум. Да, дело не в этом. Дело не в том, что оно есть, а дело в том, что... Ну, сейчас начнут рваться сразу же. Ну, как бы сейчас, в принципе, на часовых гонках не так рвутся, но вообще рвутся тоже. Чего-нибудь там кого-нибудь не устроит, кто-нибудь поедет вперед быстро, и они начнут там на этим... У меня еще плохой же этот... Плохая максималка. Mm-hmm. А здесь это будет ролять какое-то время. Слипстрим, то есть мне надо их на поворот, до прямой надо их, чтобы потерялись они, слипстрим. Ну, это практически нереально. Там Астон и Ауди. Два Астона за мной приклеили. У каждого по 280, у меня 275. 23 колеса. Смотри. Поэтому поаккуратнее. Ой-ой-ой, уже замес. Вернулся. Все, там пиздец размоталось. Попухло то на нахуй. Я успел, прикинь, отрубить просто. Ну все, бай-бай, Ауди. А, нет, не потерял позицию. Передо мной просто Астон, блядь, выпрыгнул, столкнулся с Мерином. И прям на мою траекторию. Блядь, не поместился, сука. Ой-ой-ой, прям колом оттормозился что-то. Вот мы идем. Ну у вас тогда, у меня там за мной колбаса такая, прям капец. Ну я уже пятый, как и предполагалось. И в трех и шести от меня. Я тебя срезку поймал.
left. Clear on the left. Car on the left. Clear on the left. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот и меня унесло. Блять, и второй раз. Ну ты поаккуратней. Резина перегрета, сука. Все проебал. Все позиции. 11. Резина перегрета. Задняя. Ну тоже чуть-чуть. Блять, я думал, ты поедешь. Короче, я гетеры съел. Остальные далеко от меня. Только тема.
Да, у нас тут борьба будет, конечно. Блять, я от Гетера не могу оторваться. Только наберу вроде этот секунду отрыв, где-нибудь зафейлюсь. Он меня догонит. Напрямую оторвусь, блин. Накосипорю, он меня догонит. Опять этот Гетер у меня отпустил. Ставит меня. Че, один Астон там убрался, да, который с вами ехал? Видимо, да. Да они оба убрались. Ну, у меня один вот только это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Ну, так хорошо идет, но сейчас выходит. И стоп, стоп, ветер, ветер, ветер. Ветер все-таки меня обогнал, сука, меня развернуло.
Ладно, я тут срезал, короче, поворот. Ему в слипстрим, короче, упал, и сейчас его догоняю. У нас борьба дурацкая. Да что ты? Блин, ну вот это был... Ух, косяк какой я сделал. Случайно переключил на первую, где там на второй. Да ты вылетел, что ли? Не-не-не. У нас тут один вылетевший просто. Все с этим Астоном, ой, Гетером бодаемся, блин. Я с Марином. Он напрямую прям мне сильно проигрывает. Я не могу, он со мной в слепстриме едет и все. Блин, я... У меня под облику почти идеально. Двадцать семь и четыре, двадцать семь и пять. Повторю.
Да Порш, ты зачем так делаешь? Я за ним поехал. Ты же сам уж пропустил. $3.65 за литр. В смысле за литр? За круг? Да. Надо на вторую карту переключаться. Хотя, может, и хватит на самом деле. Ну, если нам не хватит, значит, всем не хватит, и всем придется ехать в питы. Не, Мэрин, очень много бензина же. Ай-яй-яй-яй. Какой-то Астон тут. А, круговой. Астон, отстань, не прессуй меня. Включаем вторую карту. Астон, блядь, ни себе, ни людям, нахуй, едет с синим флагом, нахуй, и мне помешал, сука, пройти поворот нормально, нахуй. В итоге один хер сзади остался. Блядь, да кто так поворачивает в этом повороте резко рулем? То, как Паршу к этому приближусь на 7-й позиции, налажаю, ё-моё. Я потихоньку теряю второго. Ну, так плюс-минус, знаешь, кому повезет, да?
Я на сколько топлива кладу? Семь литров осталось. У меня 68 на 22 круга. Ну, кто-то ДТ словил. У меня 68. А мы, я могу обратно первую квартиру. В чем проблема? 30, да. Один к двум иду. 57, да? О! Порш ДТ словил передо мной, который. Или нет? Или да? Да? А, нет, не он. Ну как, ты трек уже выучил? Угу. Ферку только что обогнал. Там все рядом. Ну, мне вот осталось Паршабу еще догнать, блядь, за пятую позицию. Я его говорю, я его догоню, блядь, упущу. Догоню, упущу, блядь. Угу. Блядь, налажал, сука. Нет, там эти из пидстопа выехал. Астон, я прифигел сейчас.
Ай, мать твою, опять на вторую я передачу. Или не долистал до конца. Астон, разрешаю тебе ферку обогнать и мешать ей, чтоб я оторвался от нее. Блять, опять я лоханулся. Да ё-моё, блин, вторую скорость-то куда ты? Ты херню страдаешь? О, второе шоу. Теперь мне главное не вылететь, и я буду вторым. Второго бензин кончился, наверное, чем там. Смотри, там еще один съехал с позиции. Да? Да-да, так что посмотри. Не знаю, чем он поехал. Второе место поехал в пистоп. Ой, резину, блядь, так же перекачал, знаешь, что-нибудь что-то сделал. Не знаю. Скорее не докачал. Еще же холодает.
Мне 11-й круговой догоняет. Меня 12-й круговой, блин. Все, он на меня на хвосте себе. Теперь отдыхая, еду, могу попробовать ход лапом заняться. Топливо в достатке. Сколько у тебя? У меня на 13 кругов. У меня на 16. 16 никак не сможем пройти. Так, я к паршу на секунду приблизился и догоняю его, у меня лучший выход. Круто. Но я его не успею, походу, к концу прямой. Нет, не успею к концу прямой. Ну все, я пошел, походу. Блять, поднесло жопу маленько. Запорол выход напрямую. Не догоню, наверное. Не-а. Одинаково примерно идем. Где-то на 0,5 круга быстрее стал идти. Он ошибся. Ты чуть меня не снес. А этот 9-й Мерин, который был 2-й, еще и ДТ получил. Блять, я не вижу Апекс нахуй за солнце в первом повороте.
отваливать от него. По колесам у меня почти идеально. Ну, что-то правое колесо почему-то спущено слегка. 27,1. У меня на самом деле ехать быстро некуда. Можно себе спокойно насладиться вторым местом. 17 минут ехать, наслаждаться. Впереди догонять некого, 28 секунд. Сзади отрываться тоже не от кого, 39 секунд. Блять, не вижу Апекса, пиздец. Паука, блядь, фаршмаченная. У меня, знаешь, что прикол? У меня этот микрофон стоит и прикрывает скорость. Весело тебе? Ну да, я обычно вот так блядь, не ставлю. Не на нем просто вебка висит. Мне Порш, наверное, будет атаковать, пробовать. Да не дать ему слим сильно. Ай, блядь! Это 5 литров на 16 минут. 40. Жалко, нету минус первой карты. Ходу срезка. Да что ты, я опять здесь не поместился, блядь. Поздно тормозишь. Угу. Все, весь сектор запорол. А, ну и Порш такой же, походу, как и я. Нифига он ко мне не приблизился. Блять, вообще все запорол. Весь третий сектор. Порш такой же, блин. Я не вижу, блять, куда поворачивать. Вид поменять? Я от с капота еду. Не, я привык уже. Я сейчас начну точки пропускать, еще что-нибудь. Угу. Тем более, когда с капота, оно как-то быстрее кажется, что едешь. Ну, кстати, не обращал внимания. 13 секунд третьего. Обиды. Кикал пропустил точку торможения.
Ну понятно, я в первом теряю, я не вижу, куда поворачивать. Ну, попал. Вопрос в том, на фотлаповском сетапе. Насколько сильно резину можно убить? Хрен его знает. За час. Ну ты, смотрю, не догоняешь. А? Ты Порше не догоняешь? Не. Да блять, опять я проебал. Который на третьей-то? Да. Не-не-не. Я лажаю тут, блядь, опять в третьем секторе косячу. Ты постарайся. 58,9. Он едет? Да. Не могу. Я из двух еще не раз. Ну, вышел один раз 59, а так я еду 2-0 и все. Понятно. Ух ты, блядь, из китов чувак уезжает. Я не могу в первый поворот никак писать. Один раз вот только что вписался. Из-за солнца это видно. Блять, Порш прикрутил. Я в самом начале еще одну только получил. Пока фотку больше не было. Опять позже, блядь, не сел. Я вот не могу никак, они вот все держатся за мной в одной секунде, там, ну, плюс-минус. Все, я не могу никак отрыв набрать. Да ты это, просто едь, как бы, ну, чисто попробуй, ну, все, ты оторвешься. Ну, на них не это, стараюсь, ну, не обращаю внимания. Четвертое место тоже круто, на самом деле, если привезешь. Ой, что-то с Паршом, походу, случилось. Тормозит, да? О, да. А нет, ну, не на то. Или непонятно. Ему сейчас надо будет Астон обогнать, который круговой. И потом он только ко мне сможет приблизиться. Так что мне сейчас Астон этот нельзя пропускать. Напрямую трекшн полностью отключил. Да нет, тут нет. Нету? Нет, не возвращайся. Я думал, поможет. Не-не-не.
так. Ты можешь этот трекшн заметить, он, знаешь, как начинает, он с мелких скоростей пробуксовка. А когда ты уже едешь плюс 200, толк от меня какой. Я даже почему-то думаю, что он вообще отключается. Хотя, может, нет. Ай-яй-яй-яй. Там учитывает тоже, когда ты по прямой едешь и так далее, когда ты поворачиваешь, все это. Астон, я не могу тебя бить, мне незачем тебя пропускать, не лезь в мои траектории, ты фуговой. Да он тебя должен поэтому слепстримом обогнать. Ты его нет, это не пальцем пропускай. Я не пропускаю, я еду по своей траектории и все. Блять, да ебаное солнце, иди нахуй же куда-нибудь за горизонт. Да не-не-не, не уходи, слышь. Колеса спустят вообще ноль. Да я не вижу первый поворот вообще, я не могу его пройти никак. Потому что меня слепит и все, я просто не вижу, куда целиться. Угу, ну, нормально. Макларен, он очень низкий такой. Ну. Я говорю, я первый поворот вообще не вижу, куда мне целиться. Резочка. Ощущения. Это передача? Не, не. Того, что руль держу. Ага. 15 литров, да? Слушай, у меня еще и литров-то осталось, тут десяток почти. Ну, не десяток, меньше. А хотя нет. Сколько у тебя? Ну, нам сколько? Еще 3 или 4 круга. Мне надо 4 круга топлива. У меня 27 литров осталось еще. Ой, ты гляделся на время до позиции. Ты калькулировал? Нет, так я в прошлый раз же калькулировал, там показало больше, ну, больше полного бака. А расход настоящий я не посмотрел. 3.1, короче, здесь расход у Макларена у меня. Давай, обгоняй. Меня с таким темпом 3.59. Карта первая. Он не лезет меня обгонять, хоть и в слепстриме держу. Yellow flag, yellow flag, be careful there. Slow car ahead. О, 11 ДТ словил. Жаль, не третий. Блядь, не вписался. Он вышел. Там осталось-то проехать.
пойти вообще. Два круга. Да, ему даже в ДТ не обязательно было заезжать. Давай, 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 Астон. Я тебя пропущу, ты меня. Да, я приколи, короче, еду из поворота, выезжаю. И прямо, знаешь, ну, и прямо смотрю справа, вот там, ну, как бы справа, и поворот направо, и резкий такой, да, и смотрю вправо, что-то там какая-то фигня смотрит на меня какая-то. И такой смотрю, внутри Honda просто едет откуда-то из этого, ну, из такого места нестандартного. Вообще, как он туда уехал, я не понял. И такой смотрю на нее, думаю, блин, нифига, как она туда, как ее туда вообще могло унести? И такой, и газ потихоньку нажимаю, и сам в нее лечу. Последний момент тут реагировал. Блин, меня солнце слепит, все. Да, осталось чуть-чуть. Крепись. Так вот, чуть-чуть мне на 2,7 секундах Porsche за позицию. 2,7 секунд это много, на самом деле. Ну, в моем понимании, что. Ну да. А в моем нет. Хотя я вон тут. Мне пишет, что до третьего места 83 секунды. А сейчас не знаю, сейчас нормальное время должно быть. 79, 80. А как так можно? Это глюк какой-то реально. А лидеры? Лидеры не видно. Лидер на последнем кругу. Я почти круговой ему. А, он в 10 секундах прикинь от меня. Едет, да, так-то? Ну да, секунду с круга идет. Нет, он. Считай, сколько вот ты стабильно, сколько едешь? 57? 58 лет. Это, ну, ты сам посчитай, 60 минут, да? 60 минут. О, 66 секунд я от тебя. Блять, лидер финишировал. Я только, да, еще круг. А 2,4 литра осталось только. Нормально. Подсчет идеальный.
О, вообще не вписался. Угу. 4 градуса. Ты куда, куда, куда? Тормози, тормози с ним. Вот. А куда? Я на дельту засмотрелся. Вот видишь, как он поехал? Почему ты так не видишь? Мне уже пофигу. Ну, это понятно. Я в 58 вошел. Смотри, ты... Я проиграл 42 секунды лидеру. Второе место проиграло мне 53 секунды. И три ты проиграл еще... Я третьему 14 секунд проиграл. Хорошая гонка, кстати, такая. Я, считай, стартанул восьмым, откатился до 17-й и поднялся до 4-й. Я стартанул третьим, поднялся до 2-го. Ну, ты-то как бы стабильно, я говорю, меня-то... Я вылетел. Не, так я был пятым. Я стартнул третьим, меня обогнали двое, потом они вылетели. Одного я обогнал, второй вылетел. Ну, второй тоже куда-то вылетел потом. Или вот он на шестом месте. И, так сказать, Мэрин, да, который был, с ним я ехал почти, 30 минут. Почти до подиума добрал. Я догонял этот Порш третий, но я начал лажать. Mm-hmm. И так не смог из двух минут выехать. А видишь, у него здесь самый маленький рейтинг у этого Порша. Ну, то есть, ну, видишь, 900 как бы ноль. Он, по идее, самый крутой здесь. Ты средний чувак чистый. Это лидер тоже, видишь, ну, не часто в компетишнах участвует. А, это рейтинг, что ли, пишется 909, вот это 900? Ну, типа того, да. 900 это как бы самый такой ложовый, да. Ну, он как бы там, типа, ну, это вообще, да, рейтинг, но вообще, ну, как бы, как он распределил, да, 20 участников. Угу. По идее, да. То есть, ну, приоритетные гонщики, как бы, я был приоритетный на этот сервак на втором месте. Ты в приоритете на девятом месте. Ну, среди вот тех, которые зарегистрировались. То есть, могли бы еще, ну, кто там, Илья рассказывал, да, могли бы еще, например, перед тобой 12 или там 15 человек зарегистрироваться с более высоким рейтингом, ты вообще бы не попал. Вот. Ну, или, соответственно, передо мной, да, выше меня рейтинга на этот же сервер. Там 24 человека. 20, да? И все, до свидания. Так что. А вон кто ливнул, да, у нас получается 13, 14, 15 и 16. Ну, в пятах они, да, получается, простояли. Угу. А те вообще ливнули. А это, смотри, 22 круга, ну как-то финишировал. И он поехал под конец. Вот Nissan, который меня прессовал, ту дорогу на восьмом, да, я ехал. Десятый приехал по итогу. А Мэрин на восьмом приехал, с которым я воевал полгонки. Которого развернуло на этой... Не, не, который в пяты уехал. Mm-hmm. Не знаю, неизвестно по каким причинам. Может, он подумал, что... резину надо менять или что-нибудь. Ну, не знаю, что он мог подумать. Зачем? Какой смысл был? Ну, или не заправился. Так. Ну, всем спасибо за внимание. До свидания.